хотелось бы, чтобы Хьюстон сегодня сделал счет в этой серии 3-3, потому что веселые атакующие, бегущие команды, смотреть за этим противостоянием очень интересно. И хотелось бы, чтобы в этой серии был еще один матч. Но я думаю, что Портленд, домашний Портленд, у которого прекрасная поддержка трибун, что будет сегодня Портленд с самой первой четверти давить, бросать трехочковые, Лиллард, Мэтьюс. Кстати, ЛаМаркус Олдридж, который провалил прошлую игру, сегодня будет очень замотивирован, и будет нереально сложно Ховарду и Ашику противостоять Олдриджу. Кстати, МакХейл очень приятно удивил, выставив против Олдриджа двоих центровых одновременно, ту связку, которая вместе не играла с самого начала сезона. И Олдриджу стало намного сложнее бороться в атаке против защитников Хьюстона. И, может быть, именно игра Олдриджа будет сегодня иметь ключевое значение. Потому что я думаю, что Лиллард сегодня свои 20 очков наберет стабильные. Попадет там 3-4 трехи. Мэтьюс свои должен там тоже 15-20 очков набирать. А вот сколько очков наберет ЛаМаркус, вообще какую игру он сегодня покажет, от этого, наверное, и зависит, закончится ли сегодня серия в Портленде.